Прогресс не стоит на месте, постепенно бумажные книги заменяют электронными аналогами. Неужели люди скоро полностью перейдут на цифровое чтение, а библиотеки и вовсе останутся без посетителей? На этот вопрос ответили участники районного конкурса короткого рассказа «Почему я хожу в библиотеку». Анастасия Шипова – одна из постоянных читателей библиотеки. Это место для Насти стало вторым домом, в котором она проводит все свободное время. В свои 14 лет она прочла уже не один десяток книг. Больше всего ее привлекает классика и художественная литература. Думаю, надо с раннего детства прививать эту любовь, потому что сейчас уже не читают книги детям, больше просто мультики включают и уходят заниматься своими делами. Некогда сидеть, как-то воспитывать. Свою любовь к чтению участники выразили в конкурсных работах. В середине мая сотрудники Центральной районной библиотеки организовали конкурс короткого рассказа «Почему я хожу в библиотеку», который объединил ценители книг всех возрастов. Книга, это, понимаете, это жизнь. И ее ты ощущаешь, эту книгу, ты проживаешь эту жизнь. И с последним листком ты только осознаешь, что ты прочитал. Для участия в конкурсе было представлено 40 работ со всего Орехово-Зуевского района. В течение нескольких месяцев они оценивались конкурсной комиссией и пользователями социальных сетей. Мы, честно говоря, не ожидали. Я думала, ну, 1-2-3 человека примет участие. Но оказалось, вот как бы там ни было, 40 человек. Наш этот конкурс показал, что, в общем-то, библиотека и бумажная такая книга, она имеет право на существование, и она, в общем-то, будет жить и продолжать еще, говорю, несколько десятилетий. По итогам конкурса все участники и победители в трех возрастных группах были награждены почетными грамотами и памятными подарками. В планах у сотрудников Центральной районной библиотеки организовать новый конкурс, который пока держится в секрете.